На берегу озера Хупсугу в поселке Ханх юные туристы из Ангасулки знакомятся с культурой Монголии. Два детских лагеря на берегах двух братьев Байкала и Хупсугула проложили между собой настоящие мосты дружбы. Ездят друг к другу в гости и делятся самым интересным. На неделю русские ребята полностью погрузились в другой мир. Национальных танцев ребята с легкостью, преодолев языковой барьер, постигают тайны монгольской игры в кости. Говорят, не очень сложное, но азартное и увлекательное занятие. Погрузиться в культуру соседей помогает также изучение монгольской письменности. После обучения детям устроили своеобразный конкурс. Я победила. Мне этот конкурс понравился, потому что я всегда увлекалась рисованием. И вот это было для меня что-то новое. Написать что-то не на нашем языке и очень красиво. Вот. Я рисовала ручкой, но мне кажется, то, что если бы была кисточкой, тогда бы получилось лучше. Кульминацией посещения берегов озера Хупсугул для русских детей стало восхождение на Мункусардык. Это высочайшая вершина Саяна, ее высота почти 3500 метров. Оттуда можно сразу увидеть две страны – и Россию, и Монголию. Для подъема на эту гору существует очень строгое ограничение по возрасту. Тем не менее, 9 участников с одной и с другой стороны могли выдержать это непростое испытание. Долгожданным событием путешествия стали соревнования по борьбе. В них ребята из Ангасулки одержали уверенную победу. Юные туристы научились стрелять из лука и покатались на лошадях, которых прямо при них отлавливали в загоне. За время, проведенное вместе, дети настолько прикипели друг к другу, что расставаться было бы сложно. Но, к счастью, теперь монгольская сторона отправляется в гости на Байкал набираться впечатлений.